Здорово, народ! Добро пожаловать на новую серию. Наступили времена карантина, заниматься особо нечем, поэтому занимаюсь немножко машинами. Хотел показать немного вам 11-ю, где я делал сход-развал, меняли мои рулевые наконечники, меняли пыльник шруса, точнее гранаты, ну не суть. Но, к сожалению, у меня сел телефон, и показать я смогу только лишь немножко. Сейчас я нахожусь у себя в гараже, меняю колеса зимних на летние, на копейки. Также сегодня хочу еще позаниматься немножко тройкой, то есть снять там бороду под динамик, чтобы начать устанавливать туда штатное место, небольшую хоть акустику. По копейке пока все в принципе спокойно, то есть вот ставлю обычные штампы ее родные на родной резине. Здесь все штатно. Вот, грязи битком, в принципе, как и на тройке у меня было. Тормоза штатные, колодки вроде пока есть, но диск уже немножко начинает подходить. Да, сколько пытался не мыть, плохо промывается все это дело. Вот, с остальными местами вроде все пока в порядке. Вот тут, кстати, белые колеса сзади стоят. Ну, к сожалению, какие были. Вот зимние, то есть зимние комплекты мы собирали. Ну, отец купил резину. Диски тоже там нам достались, но они были разные и пришлось их красить. Вот. Колпаки эти уйдут на зимние колеса для тройки. Вот, тут все тоже встало. Также еще займусь салончиком, потому что надо все приводить в порядок. Ковролина здесь нету, здесь идет как бы резиновые такие, ну, накладки. Ну, либо резиновый ковер, как я сказать правильно, не знаю. Вот. Буду его стереть четко, потому что, ну, пыльный. Также сзади мы так и не сделали сиденье вот этого рваное. Надо будет его как-то, видимо, разбирать, перешивать все-таки. Вот. В принципе, все по салону. Вот опять же, сказал, приведу все в порядок. Благо, тут все в порядке, чтобы подать машину чистую. Ну и просто даже ее обслужить. Наклеил тут наклеечку Drop Daily, как на тройке у меня была. Была, потому что она за зиму, пока снег, ну, лед был, скребком все содрал. Также, кстати, надо поменять будет зеркала сейчас. У меня как раз лежат два черных зеркала. И на 11-ю, ну, это же 21-11, вот, точнее, 21-01-1, шли черные, а не хромированные. Также у меня лежат дворники, которые я снял с тройки. Они там, по-моему, германского, либо... Не помню, какого производства, но я поставил СССР. А здесь я хочу поставить вот как раз тройки. Они такие более полностью, ну, хромированные. Вот, вроде бы. Или черные. Я вообще, честно, уже не помню, надо смотреть. По кузову ее надо подкрашивать уже всю, потому что все начало вылезать после зимы. Здесь треснула шпакля вообще уже. Оказывается, красился вот этот уголок, который, видимо, управляли, потому что он весь в трещинах. Вот. Выхлоп меняли этой зимой тоже. Новое производство полное говно, потому что он стал очень криво. Где он там? Ну, его сюда не видать, ну вот он, да. Он, получается, встал немножко, ну вот, как идет обычный глушитель, а этот идет немножко повернутый и... Неправильно, в общем, стоит, и он сифонит под штанами. Поставил колесики, закрепил колпаки. Задние колпаки как-то неохотно встают. Также, когда мы, ну, меняли в прошлый раз колеса, центральные все вот эти вот болты и гайки, они все потерялись. Мне пришлось подбирать по одному оставшемуся. В принципе, все подобрал, все красиво получилось, как и было. Вот. Не хочется, чтобы колпак был садиться вот на это колесо, чуть-чуть есть зазор, но в принципе здесь больше ничего пока не сделать.
Там крепление только надо, если менять, оно сильно выгнуто на внешнюю сторону. А сейчас прибираюсь по салончику. Вот. Сейчас буду подметать гараж, потому что пришлось немножко поковыряться там в подвесочке, чтобы было хоть почище, и грязь там не намокала, и это все там не ржавело, потом не гнило впоследствии. Да, и, собственно, кошки тоже натаскали все, вот придется убирать попутно весь мусор и заодно помыть весь гараж. А также все-таки, да, я поставил черные зеркала. Вот это я не стал красить, оно, в принципе, ну, такое нормальное еще, просто грязненькое. Вот, в целом черное, крепление хорошее. Вот это мне пришлось покрасить одно хромированное, потому что, ну, второе черное было оно совсем гнилое, ржавое, поэтому покрасил хромированное, вот такое красивое глянцевое. Вот, если надо будет, ну, там несложно, два болта снять, зачистить и покрасить, в принципе, это, но мне пока лень. Дворники я не стал менять, потому что там вот точно такие же стоят, ну, точнее, лежат у меня стройки. Эти, в принципе, просто можно снять, чуть-чуть 2000-е пошкурить и потом полирнуть. Да, бесхозно пока у меня стоит еще немножко забытая тройка, но, блин, она сама себя до такого довела, то, что выделывается, постоянно ломается. Бюджета у меня сейчас ее чинить нету. Я, хоть вот, по крайней мере, более-менее сейчас за забором у меня стоит 11-я, на ней сейчас езжу, потому что копейку надо отдавать папе. Вот, это папина копейка. Вот, да и так спасибо ему, что я проездил на ней всю зиму. А вот хотел ездить на тройке, но у тройки, когда мы поменяли карбюратор, поменяли бензонасос, как правильно сказать, восстановили ей правильную смесь, кольца не выдержали, попросту сгорели. И вот, попал я на кольца. Менять их, как бы, ну, не дешевое удовольствие. Да и к тому же, с некоторыми людьми я уже рассорился, кто мне машины делал. Поэтому вот, не знаю пока, куда податься. Просто пока, вот, ну, реально, не до нее. Но уже, как бы, у нас апрель, надо что-то с ней делать. Вот, потому что постоянно хожу мимо нее, заглядываю внутрь. Как она мне очень сильно нравится, своим синим салоном. Прям мечтал. Вот сегодня еще повесил цветочки, забыл, как они называются. Вот, а то все дома лежали. Все, так что тоже надо ее уже потихоньку делать. Кстати, надо все делать карту заднюю. До сих пор она у меня лежит в комнате. Ну, я ее вытягивал, получается, заполнил дисками, чтобы ее подраспереть, чтобы она не была скукоженной. Вот. И также до сих пор не нашел основу под карту. Хотел то пластик, из пластика делать, то потом БУ карты искать, чтобы из них переделать, перетянуть просто. Вот. Тоже надо заняться. Колеса у меня лежат. Сейчас чуть позже вам их покажу, мои лоурайдерские колесики. Ну, в кавычках. Вот. Ну, в принципе, и все с ней. Стоит она грязная, собака бегает по грязи, машина забрызгала. Вот, в багажнике все чистенько, аккуратненько. Вот, ну, правда, тут достал первый инструмент, насос. Вот, шторка, номера, все с ними в порядке. Так что надо заниматься. Тут старые двери с 11-й, еще там две задних надо принести, тоже распилить и увезти на металлолом. Вот такие вот у меня колеса. Это, получается, родные штампы стройки. У нее круглое отверстие вот с такими вот небольшими каемочками. Вот. Это вот именно показывает то, что это от тройки штампы и то, что они ранние. А у шестерок они просто идут уже без этих каемочек. Вот заметил это я поздно, ну, когда уже сделал из них разварки. Ну ладно, в принципе, более-менее аккуратные колеса я из них сделал. Вот. Поставил шестерочные колпаки и сделал вот такие вот кастомные пики. Вот. Шириной они где-то 7 либо 7,5. Резина Матиска 155-65-13 континенталь. Ну, тут выбирать не приходится. Тут либо континенталь, либо какая-то другая японская резина. То есть камы, по-моему, в таких размерах я еще не встречал. Всегда только континенталь попадается. Даже на шестерке у меня на Рагулыче и то был континенталь. Так вот. Опять же, вернемся к шестерке, ну, к Рагулычу. У меня там стояли как раз на морде 13-е разварки, тоже семерка шириной. Вот примерно, наверное, такой же натяг и был у меня там. Только, понятное дело, все это девалось без камер. Потому что здесь
эти штамповки, они как бы идут, ну, понятно, что идут под камеры, а не без камерки. Но это у меня уже на Рыгуле сейчас стояли без камерки. Вот, ну, вот такие колеса, не знаю, пишите в комментариях, что думаете. Не хватает только маленькой белой полосочки, и будет, в принципе, как реально на настоящем, наверное, лоу-райдере. Но там только уже резина идет специальная такая. Но, увы, денег нету. Собрал из чего смог. В принципе, по тем же самым параметрам старался все сделать. То есть, как правило, там идут в основном 13-14 колеса. Тоже на узкой резине 155, только высотой, по-моему, они вообще 80 идут. Либо там 70. Ну, я имею в виду, высота протектора. Ну, тут пусть будет как бы 65, как бы, в принципе, ладно. Думаю, сойдет. Вот. По ширине тоже 7, 7,5, 8. То есть обязательно, ну не обязательно, но с полочкой. Это в основном идут, которые спицовые диски. Не буду сейчас углубляться в название, потому что боюсь сказать что-то не так, вас запутать. Ну и мало ли, вдруг кто разбирается, придет и будет ругаться. Короче, по итогу скажу так, что пытался сделать из того, что было, и максимально похоже. То есть по параметрам, по дизайну, наверное, потому что есть там глухие тоже диски, но это не диски, но разварки, ну уж извините, опять же, на что хватило. Вот ставить я их не буду, не знаю, когда буду. Вот, потому что сейчас надо сделать обязательно мотор на тройке, чтобы она хотя бы ездила, а там уже, у меня, кстати, даже подогнали пружины пиленые, то есть я еще их там подпилю, они сейчас находятся в покраске, они уже покрашены, но из-за карантина я не смог их забрать. В общем, да, думаю посадить тройку на пильные пружины, примерно по высоте, как у меня был Рагулыч. То есть мне очень сильно понравилась посадка. Вот, да, и в принципе хватало, везде можно было проехать. Вот, и на этих колесах, думаю, будет смотреться прям как надо все. Дособеру, наконец-то, 11-ю, в ближайшее время к лету. Опять же, все вот это барахло соберется в машину. То есть, ну, комплектуется, потому что у меня то в комнате, то в бане, то в курятнике. Везде, короче, запчасти на машины лежат. Вот, надо уже быстрее дособирать машины и все в одно место скидать. Так что, вот, наверное, на такой ноте пока закончу. В принципе, нечего рассказывать. Карантин, все сидим дома. Денег, собственно, нету. Вот, что получилось, это я съездил на сход развал, поставил рулевые наконечники на 11-ю, чтобы хотя бы уже спокойно на ней можно было передвигаться и вернуть копейку отцу. Он ждал этого всю зиму. Ну, блин, ну так получилось. Не вывез я две машины, потому что и так еще 11-я тоже недоделана, и тройку надо чинить, которая мне подвела тоже в ненужный момент. Так что заниматься будет еще чем. Так что обязательно пишите в комментариях, нравится вам такой, не знаю, формат видео, который, ну, более лайтовый, без какого-то либо сценария в гараже, где я делаю то-то, 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 все разъясняю. Это будет уже просто, ну, такой блок, ты, наверное, ну, не дневной, ну, недельный, плюс-минус, потому что снимать видео именно конкретно по машине, по какому-то тюнингу, это очень все долго, на это нужно денег, а денег сейчас совсем нету. Тоже, вот что было буквально хотя бы даже год, ну, два назад, вот, сейчас совсем все очень тяжело, плохо, поэтому, наверное, буду снимать вот пока вот такие вот видео, просто разговорные, такие блоги, ну, опять же, буду что-то показывать, как раз с машинами, но от машин мы немножко будем еще тоже отстраняться, помимо машин тоже будут разные темы. Так что пишите, что вы хотели бы увидеть, услышать. Вот. Потому что прежде всего должны подписываться на меня, а не на машину. Машина это уже всегда будет, как я рядом с ней. Что вот. Ладненько, я заболтался. Подписывайтесь на канал. Вы заходите в группу обязательно, тоже туда подписывайтесь. Кстати, я туда картину рисовал я в колледже еще. Пишите комменты, ставьте лайки. Мне нравится ваша активность, в принципе. Хорошо на просмотры идут там лайки, дизлайки, там комментарии. В принципе, все хорошо. Все, до встречи, увидимся в следующем видосе и пока.